Ребята, всем привет, с вами Александр, Jurassic World The Game, у нас появился новый босс, вообще нам про это что-то где-то пишут. Вот она, это крутая Ураборос, знаете, Ураборос так назывался яд в... мутаген, который делал из людей зомбаков, точнее вирус даже, точнее, во вселенной Resident Evil, вот точно. Классно, за статуэтку, четкая, крутая титанобоа, Ураборос. Ну, конечно же, мы делаем вызов. Так, она у нас какая? Она у нас, ребятки, она у нас вон какая. Так, ну что, мы тогда сделаем для начала, возьмем Индоминус, Юдон и Церазинозавр. Ну, мы сейчас не будем пытаться там выжать какой-то максимум, да? Мы просто с ней пободаемся. Потому что в следующем бою... Вау! Вау! Блин, не успел сделать скриншот. Но выглядит это очень круто. О, крутая змеючка. Мне нравится. Напоминает она мне больше, конечно, кота червя. Зачетно. Так, у нее 6000 жизней. Ну, хорошо ее так проработали. О, какие кадры, ребята, вообще шикардос. Огонь. Давайте ее пробиваем. Ну, реально, он напоминает многоножку какую-то. А, зомби. Ураборос, она же бессмертна. Нужно голову отстрелить. Да, Ураборос против Индоминуса. Так, ну у нее удар слабый еще. Так, атака на 4. Ну, не должно пробить. На тоненького, но мы остались жить. Ау, не пробили. Крутой босс, ребята. Шикарный. Так, пробили еще разок. Хотя, наверное, надо было... крутецкая змеюка. И вот эта картинка в миниатюре мне очень нравится. Ну, конечно же, пробивает. Ну, жизнь у нее растет не сильно, у нее сильно растет сила удара. Блин, так она, конечно, воскресает. Чертовски, короче, по-странному. Как будто бы ее призываю, знаете, как змея, заколдованная этим трубочкой. Я тут вообще даже сейчас не считаю, сколько, короче, баллов. Я просто наслаждаюсь этой картинкой. Ну вот, знаете, что разработчикам нужно сделать? Чтобы на арене можно было менять ракурс. Вот это вообще круто смотрится. Так, ну я пробил ее. Гадючка ты моя. Вообще шикарно. Так, что-то я думал, что у меня защита была. А, шикарно. Круто, ребята. Круто. Ладно, тогда я сейчас сразу заканчиваю, заливаю, чтобы вы увидели эту серию максимально быстро. А уж там на выходных мы с ней пободаемся другими вариантами. Ну что ж, всем пока. Не забудьте подписаться, чтобы не пропустить новых выпусков с Ураборосом.